Хочу вам показать, как у нас Эрик приходит с прогулки. Когда он нагулялся, он сидит вот так. Эрик, давай быстро к нам уже домой. Хватит там сидеть. Да? Ты как у нас этот петушок на жердочке. Да? Давай заходи быстрее домой. Ну и, как всегда, нужно его уговаривать. Он еще сидит и зевает. Эрик, пойдем. Пошли, ты уже долго гулял. Пойдем, пойдем. Давай, давай. И куда мы сразу идем? Так, скажи, а что, ничего не положили, что ли? Так сейчас ужинать-то будем. Ну, скажи вообще, придется есть сухой корм.